Наконец мы получили сведения, что никто другой, а именно заклинатель змей Гарун-Баба, является вражеским резидентом. Мы подозревали, что известный фашистский шпион Отто Грик и заклинатель Гарун-Баба одно и то же лицо. Отто Грик? А Грик. Гитлеровская разведка возлагала на него большие надежды. Он мутил воду на Ближнем Востоке, трижды пробирался в Советский Союз и трижды ускользал из наших рук. Даже так? К сожалению. Мы не имели его фотографий, даже примет. Но мы знали его почерк. Он всегда работал один и очень ловко в своих целях использовал людей, которые, сами не ведая того, становились его сотрудниками и жертвами. Кроме того, Грик в некоторых операциях любил применять дрессированных животных. И в этом он повторялся. А как же ты его поймал, отец? Не торопись. В то время мы приняли решение взять Гарун-Бабу сразу после представления. У передачи. Vom Zirkus aus schickte seine Funksprüche an den Gegner. Аттракцион Гарун-Баба имел шумный успех у зрителя. Хотя это был ловкий сеанс лжегипноза. А дальше что? Дальше он показал свой коронный номер. Что мы собираемся взять его, успел проникнуть в зверинец и открыть клетки. Признаться, этого мы не ожидали. Свет в цирке погас, а выпущенные на свободу дикие звери преградили нам путь. Грик, обнаружив, что цирк оцеплен, нашел выход. И ловко ускользнул через подземный коллектор к реке. Вот черт! Так он и скрылся. Видишь ли, нашу неудачу исправили пограничники.
Карун-баба пытался перейти турецкую границу, но в бою был убит. Так мы считали. Считали? А теперь? Недавно я подумал, Азиз, что Отто Грик, представь себе, жив.